случаются. И по дороге этот серый волк встречается. Он все гитаром лезет, девочке представился. И о здоровье дорогой бабули справился. Чего она от этих волчьих слов поставила? Ему координаты бабушки оставила. Мобильный телефон, имейл и адрес дома. Как будто с волком тысячу лет было знакомо. Через лес идет дорога, через лес. По лесу полно невиданных чудес. По лесу полно непонятных дорог. По лесу живет ужатый серый волк. Через лес идет дорога, через лес. По лесу полно невиданных чудес. По лесу полно непонятных дорог. По лесу живет ужатый серый волк. Но как жестоко обошелся он с девчушкой. Для начала он поужинал старушкой. И надев ее очки, халат и тапочки, волк остался взять десяткой с красной шапочкой. Что было дальше, всем известно без сомнений. Только знал он очень перешпон в бассейне. Она на кухню волку позвонила. И обстановка сразу резко изменилась. На нашу красную шапочку напали волки. Внимание, внимание, волк! Полностью обрушены, сопротивление бесполезно. Отпустите заложников и выходите с поднятыми вверх лапами. А теперь лохматый! Я сказал лохматый! Через лес идет дорога, через лес. А в лесу полно невиданных чудес. А в лесу полно непонятных дорог. А в лесу живет ужасный серый волк. Через лес идет дорога, через лес. А в лесу полно невиданных чудес. Чтоб не попасть в такую ситуацию, вы чужим не разглашаете информацию. Даже если вы надели шапку красную, то маршруты выбирайте безопасные.